Это программа «Новости Сургут-24». Здравствуйте. В студии работает Дмитрий Круковец. И вот некоторые темы этого выпуска. Выборы состоялись, все прошло благополучно. Такое заключение по итогам 3 дней голосования, а также подведение результатов сделали в избирательной комиссии Югры. В Сургуте помогут жителям деревянного дома в поселке Таежный, где 11 февраля произошел пожар. Людям предложили квартиры из маневренного фонда, а в Думе рассмотрят вопрос выплаты материальной помощи. И первый юбилей в родной гавани в Сургуте отметили десятилетие с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Выборы состоялись, все прошло благополучно. Такое заключение по итогам 3 дней голосования, а также подведение результатов сделали в избирательной комиссии Югры. Поддержали эту оценку правозащитники и общественные наблюдатели. Последние за все время не зафиксировали ни одного нарушения, связанного непосредственно с волеизъявлением. Однако это не значит, что не было обращений. Просто те либо не подтвердились, либо были направлены с несуществующих телефонных номеров. Одно из них нам сразу же удалось верифицировать посредством общения с нашими координаторами, которые были на местах в муниципалитетах, и, соответственно, с наблюдателями, которые находились на этом избирательном участке. Их информация с мест событий позволила нам сделать вывод, что это, так скажем, будто бы нарушение, имеет ложный характер. То есть в это время ничего не происходило. И, соответственно, комментарии, полученные от членов избирательной комиссии. В Югре, как и по всей России, избиратели на этих выборах президента продемонстрировали рекордную явку. В нашем округе своим конституционным правом воспользовались более 87% жителей. Показатель на 10 пунктов выше, чем в среднем по стране. Это наибольший уровень вовлеченности населения, начиная с 1996 года. Причины такого успеха выборов будут анализировать, чтобы тиражировать успешный опыт. В избирательной комиссии Югры отметили, что, вероятно, сработала совокупность факторов от масштабности голосования, различных информационных проектов, например, «Информуик», до настроения, которое создавали на участках члены комиссии и сами жители. Последние дарили праздник, приходя на участки в различных костюмах, помогали наблюдателям поддерживать порядок и с пониманием относились к мерам безопасности, которые были усилены после того, как по стране прокатился ряд провокаций на выборах. Один из случаев произошел и в Югре. 15 марта в Когалыме 58-летняя женщина пыталась поджечь урну. Благодаря слаженной работе всех экстренных служб и сотрудников участка ситуацию удалось быстро разрешить. Сейчас в ней разбираются следователи, возбуждено уголовное дело. Мы посмотрели это несколько раз и потрясло, насколько все сплоченно, вот опять же, да, организованно, каждый выполнял свою работу четко, без секунды заминки, проявляя там еще и, скажем так, повышенную ответственность. Да, вот, члены участковой избирательной комиссии себя потрясающе проявили. Один задержал сразу, другой бросился от огня спасать ящик через препятствие. Там. То есть сотрудники полиции среагировали, вот, парень из МЧС тоже. Все четко, быстро. В избирательной комиссии Югры также назвали лидеров по явке среди муниципалитетов. Для более справедливой оценки их разделили на города и районы. Среди последних отличились Белоярский, Нижневартовский и Нефтеюганский. Там на выборы пришли более 90% жителей. В списке городов такой же результат продемонстрировал Ханты-Мансийск, следом с явкой чуть меньше 89%, Лонгипас и Нефтеюганск. Сургут в число лидеров по этому показателю не попал, однако стоит заметить, что по численности избирателей, изъявивших свою волю, наш город занимает первое место. Проголосовали 256 тысяч человек. Власти Сургута помогут жителям деревянного дома в поселке Таежный, где 11 февраля произошел пожар. В результате тушения огня, повредившего несколько квартир, нарушена теплоизоляция дома, часть помещений была залита водой. По результатам расследования установлено, что причиной ЧП явился аварийный режим работы электрооборудования в одной из квартир. В результате инцидента пострадала пенсионерка 1945 года рождения. Власти города вышли в парламент с просьбой утвердить выделение 1,5 миллиона рублей материальной помощи жителям пострадавших.
пострадавших квартир. Сам дом частично пригоден для проживания. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства просушили конструкции и помещения. Жителям предложили переехать в квартиры из маневренного фонда. Некоторые согласились. Четыре семьи обратились по данному вопросу. То, что касается фактического заселения этого дома, я буквально вчера был в этом доме, вечером часть жителей там проживает. Почему? Потому что в большей мере пострадала правая часть дома, у левой части есть электроэнергия, вот, и в принципе там можно на сегодняшний день проживать. По правой части, да, есть проблемы с электроснабжением. Сейчас совместно с управляющей компанией, с департаментом городского хозяйства, мы пытаемся эту проблему решить. Автокатастрофа в Сургутском районе вечером в понедельник на 29-м километре трассы в Нижневартовск Нива «Шевроле» влетела в грузовик «МАН» с полуприцепом. Внедорожник, по предварительным данным, на скорости занесло и выбросило на встречную полосу. Водитель и пассажир отечественного авто от удара погибли на месте. Во всех деталях сейчас разбираются полицейские. Водитель 74-го года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», превысил безопасную скорость движения. Не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем МАН под управлением водителя 65-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажир, женщина, погибли на месте происшествия. В Сургутском районе будут судить молодого парня, который в деревне Лямино в октябре прошлого года на машине сбил семью. Женщина и грудной ребенок тогда погибли, мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Водитель на момент ДТП был несовершеннолетним, не имел права управления, взял машину без спроса. Кроме того, после аварии с места происшествия скрылся. Однако парня, летевшего на «Ладе», быстро нашли и задержали. Его теперь обвиняют в совершении целого ряда преступлений. Самое тяжелое из которых – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек. Фигурант дожидался окончания расследования. За решеткой ему грозит продолжительный тюремный срок. По ходатайству следователя и решению суда весь период следствия обвиняемый находился под стражей, где продолжает содержаться и в настоящее время. По уголовному делу следователям собраны достаточные доказательства, в основу которых легли результаты следственных процессуальных действий, экспертиз, в числе которых автотехническая, дактилоскопическая, судебно-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого и другие. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. В Сургуте на площади перед филармонией состоялся торжественный митинг-концерт, посвященный десятилетию со дня присоединения Республики Крым и города Севастополь к России. 18 марта 2014 года путем референдума крымчане обозначили свою свободу и желание войти в состав нашего государства. Поистине знаменательное событие пришли отметить более 500 неравнодушных сургутян, среди них сотрудники различных организаций, представители общественных и военно-патриотических движений, а также жители города, для которых это мероприятие является неотъемлемой семейной традицией. Сегодня праздник, сегодня 10 лет воссоединения Крыма и России, поэтому ну, здесь как раз вот собрались неравнодушные жители, которые рады этому событию. Я, к сожалению, пока в Крыму еще не была, обязательно с семьей съездим. Но вообще, да, те, кто были, говорят, что, конечно, стало намного лучше. Поздравляю вас с десятилетием эпохального события, важного для каждого из нас праздника, днем воссоединения Крыма и России. Жители Крыма не согласились подчиняться чужой воле и 10 лет назад сделали свой выбор. Сначала в пользу независимости, а затем в пользу присоединения к России. И вот на протяжении этих лет, долгих уже 10 лет, Крым является одной из самых динамически развивающихся территорий нашей страны. Впереди нас ждут новые дела, новые свершения. Ради процветающей России, Югры и Сургута. Всех с праздником!
Соединение территории – это важный процесс исторический. И 10 лет назад видел это, и сейчас что? Большинство все-таки за. Все-таки я считаю, что это правильное решение как самих крымчан, так и нашего народа, потому что объединение привело к определенным вещам, и теперь весь наш народ един. Россия – это мы. Очень гордимся нашей страной, поколение очень хорошее настроение. Мы считаем, что это очень значимый праздник для России. В нашей истории Крым имеет отдельное место, поскольку там происходило очень много конфликтов и неравенств. Но Крымская весна стала новой вехой нашей истории и доказала, что Россия достойна защищать свои принципы и свои интересы. Сегодня такой особенный день. Крымская весна действительно, вот даже из-за этого события, десятилетия юбилейного года, мы эту весну чувствуем по-особенному и на душе тепло. И мы с дочкой уже на протяжении 4 лет, моей дочке 6 только вот исполнилось, да, и вот мы уже 4 года каждый год выходим вместе на митинг. Это у нас некая даже традиция. Это и воспитание, и поддержка наших уже соотечественников, те, которые живут в Крыму. С пользой для города и для себя Сургутская мэрия готова предоставить дополнительные места для подработки молодежи летом. Ежегодно через МКУ «Наш город» трудоустраиваются примерно 2200 несовершеннолетних сургутян. На грядущий июнь, июль, август учреждение уже может предложить 2003 вакансии. И сейчас ведется работа, чтобы увеличить это число на 150 позиций. Осуществлен расчет необходимых средств для оплаты труда несовершеннолетних граждан на 150 дополнительных рабочих мест по временной занятости. Непосредственно на оплату труда сумма составляет 2 миллиона 719 тысяч рублей. С учетом расходов на спецодежду, спецобувь, эта потребность составляет суммарно 2 миллиона 955 тысяч рублей в год. При этом, безусловно, организация мероприятий по трудовой занятости несовершеннолетних граждан молодежи является одним из приоритетных направлений. Трудоустраивать ребят в каникулы планируют в бригады по благоустройству Сургута, в управляющие компании, а также в прачечную и не только. Предлагаются как временные, так и постоянные места работы. Отличаются они длительностью. В первом случае молодежь задействуют на 1 месяц, во втором – на все каникулы с июня по август. Воспользоваться подработкой могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас наши дамы участвуют в окружном конкурсе Департамента молодежной политики ХМАО ЮБР на организацию молодежных трудовых бригад. И здесь мы можем привлечь дополнительно до 500 000 рублей. Ну и, конечно, не стоит забывать, что наше время и вообще муниципальная сфера – это не единственное действующее лицо. Вот в данном направлении есть Центр занятости населения, которое каждый год формирует реестр предприятий, организаций, готовых трудоустраивать несовершеннолетних. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indifisnews.ru и в соцсетях Умедиа. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Вас ожидает более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство «Том Ям Бар». Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через 2 месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. С
Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7/4, блок А. Телефон 707007. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды».